Приветствую всех из Финляндии. Мне больше, чем 2 года потребовалось, чтобы показать вам это видео, потому что ну, все как-то происходило нормально. Но, как обычно, сколько бы человек ни делал, всегда что-то, ну, в какой-то момент ошибешься. Сделаешь ошибку, и произойдет непоправимое, скажем так. Поэтому насладитесь просмотром, как меняется трубка отопления, ремонтируется, точнее, теплого пола. По сути, все достаточно просто. Там, где попадаешь в трубку, ты это всегда узнаешь и услышишь спокойно. И вот как раз-таки, чтобы отремонтировать, нужно просто примерно там, по 10 сантиметров в одну и в другую сторону выбить раствор, трубку освободить, и ну, примерно 5 сантиметров шириной. Ну, чем больше будет отверстие, тем лучше, конечно, удобнее менять. Но нас попросили сделать таким образом, мы сделали. А вы можете насладиться просмотром, я комментировать здесь ничего не буду. Thank you.
А на этом я хочу попрощаться со всеми, пожелать всем удачи и до новых встреч!